Серьезный транспортный затор в результате столкновения в центре города. В субботу на улице Смольной областного центра столкнулись сразу три автомобиля. Девушка 91-го года рождения за рулем автомобиля Ford совершила наезд на движущийся впереди в попутном направлении ВАЗ-2109, после чего, потеряв управление, выехала на встречную полосу и врезалась в погрузчик Mitsubishi. Ориентировочная причина происшествия – несоблюдение автоледи дистанции и превышение скорости. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Ford Focus, закрытый черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки, была госпитализирована.